так, это топор, какая-то непонятная штука. У меня шлемачек, шлемачок и вот эта штучка. Как там бы это одеть на себя? Правой кнопкой мыши. А сейчас мы это сделаем сюда. Ботиночки. Это не ботиночки, вот ботиночки. Вот штанишки. Правой кнопкой мыши. Да я сейчас, я мерю на себя пока что, по чуть-чуть. Могла бы нажать правой кнопкой мыши и все. Я не хочу такого обувь. Не, я не хочу такого обувь. Я буду в своей обуви. Так, и доспехи, доспехи. О, так мило я выгляжу. Или так оставить? Не, вот так вот. Ой, я смешная. Хи-хи. И шлемачок мне пойдет? А шлем. Я такая смешная. Я очень смешная, блин. Ой, какая ржачная. А ты еще в обувь одень. Еще смешнее будет. Сейчас. Сейчас. Я. А, вот мне. Ну и чё, как? Нормально? Да, вроде норм. Ну вот, да, пошли, в принципе, пошли, всё вместе смотрится симпотно. А перед началом видео хочу сказать то, что Таня новичок, поэтому строго не судить, и ее приходится всему обучать. Вот, это первое совместное видео, то, что строго не судите. Приятного просмотра. И всем привет, ребят, с вами я, Кронка и Танека. Всем привет! И спустя 2 дня я наконец-таки все перестроил и построил себе вот этот дом. Можно на него взглянуть? Можно, иди. Ух ты. А, здесь на улице одна ферма, вторая ферма, она под домом. Вот здесь он там находится. Ну, я и не достроил. Иди сюда вниз спустись. Иду. Ну, вот. Ух ты. Здесь система простая. Короче, жмем сюда. Одна сторона ломается, все это течет прям в сундук. Ну, там это стоит воронка. Вот, ломаем эту сторону. Только один минус, это то, что постоянно придется работать. Кстати, у тебя грабли. Иди немножко там поработай. Ну, пошли, покажу, что там делать. Давай. А, просто Таня, она новичок в Майнкрафте. Ты когда Майнкрафт скачала? Несколько недель назад. Понятно. И заходила всего лишь пару раз. Возьми грабли в руки. Сейчас я их возьму, у меня есть лопата. Нет, грабли нужны. У меня их нету. В смысле, я же тебе их кидал. Сейчас. Мотыга есть, так. Мотыга. А, ну есть. Ой, ну я грабли сказал, ну ладно. Ну вот. Правой кнопкой мыши по земле. Дальше. Ух ты. У меня получается. Все, я настоящий теперь. Теперь с этой стороны. Стой. Давай. А, блин. Стой, у меня не хватило. Так. Ух ты. О, там еще есть. Мне нравится. Так, пошли на второй этаж. Покажу, что там есть. Да, конечно. Я уже стала настоящим фермером. Вот. Мои труды. Ну, давай, поднимайся. Вот. Я застрял. Здесь, короче, вот сундуки можешь пихать сюда, что хочешь. Можешь брать, что хочешь. Мне не жалко. А здесь... Спасибо. Смотри, вот сюда иди. Ты же, наверное, знаешь, что такое ведро, да? Если ты будешь из этого вот блока вот брать, в котором сейчас ныряю, да? То вода будет бесконечной. То есть, например, где там... Сейчас. Короче, воду ты, например, взяла, вода сразу заполняется, и, короче, так бесконечно. Здорово. Вот. Как колодец такой? Ну, это, короче, так скажем, баг Майнкрафта, он до сих пор актуален. Здесь, короче, овечки. Ясно. Вау! На втором этаже овечки, серьезно? Ну, я, короче, потом территорию сделаю отдельную, но пока что так. Прикольно. Вот. Их было-то 3-4, вот сейчас их много. Класс, так. У овечек, собственно, вот, дом. Двухэтажный дом. Так, вот так. Сейчас мы смотрим, маленький смотрим. А-а-а, выпустите меня отсюда! А вот тут есть, иди сюда. Здесь калитка есть. Быстрее иди, быстрее. А то выбьют. Они могут сбежать? Они могут сбежать. Это не удивительно. Нет, я тебя потеряла.
Вау, я на балконе? Это балкон? Да, ух это ты. Балкон. Ну, здесь так просто наслаждаться видом. Да, с балкона открывается шикарнейший пейзаж. Шикарнейший вид на море. Ого, это с видом на море. Ну, по поводу всяких вот гриферов, ты знаешь, кто такие? Да. Вот, по этому поводу можешь даже не переживать. Просто, знаешь, вот повезло мне с территорией, здесь никто не бегает, здесь вообще поблизости никого нет. Короче говоря, можешь жить спокойно, но все равно бывают люди, но это очень редко. Хотя, за все мое время, которое здесь проводил, вообще никого не видел. Короче, вот. Вон, видишь деревья напротив дома? Да. Сруби их, пожалуйста. Да, конечно. А и потом... Пока овечки? Я вот думаю, короче, надо найти курицы. Ну, наверное, пока что одну. Одной хватит уж. Вот. А с какого бы начать? Да, без разницы вообще. И стой. Топор в руки возьми. Да, сейчас. Я беру. Ой, вот он. Хрязь. Так, ладно, мотыгу я скрафчу. Я вообще что-то делаю, нет? Нет, ты зажми мышку и ломай. Ага. Зажать надо. Так, ну. Стой, я жму. Отлично. Чё, как успех? Я срубила часть дерева, и теперь я под ним стою. А, ну руби дальше. Хрязь. Ну ты листву ломаешь, как бы надо ломать. О, кстати. А, стой. А вот это что? Стой. Ну, как тебе сказать, вверх смотри, ломай. Я так и делаю. Вот. Ща накромсаем тут салатик. Листики на салатик. Ага. Будем потом твоих овечек кормить. Потом еще прогуляемся в ад когда-нибудь. Там, кстати, ты был вообще в ад? Нет, спасибочки. Как-то теперь желанием. Не, ну там как бы весело тоже. Я давно там не был. Весело? Ну ладно. Нет, ты буду весело, это хорошо. Каждую неделю посещаю ад. Наверное, там друзей много. Да, под названием школа. В раю хорошо. А, стой. Листву не ломай. Короче, есть такая вещь, как тебе сказать, когда ты ломаешь, так скажем, основу дерева, вот эту вот коричневую, да, листва потом ломается сама, видишь, она потихоньку исчезает, вот стой, вот видишь? А, вижу. Вот, она сама ломается, вот так, короче, просто ломать дальше. Ну, я бы была бы очень удивлена, если бы листва оставалась летать в воздухе. Ну, когда-то в Майнкрафте это было так, потом это все исправили. Если у тебя есть саженцы, обязательно ставь. Нам, типа, как дерево надо, либо мне надо делать крышу, а то, знаешь, со стороны так смотришь, она кажется пустой. Угу. Как будто, кроме верстака, там ничего нет. Я верстак там забыл каким-то образом. Ну, это бывает. Так, где-то у меня был дуб саженца. Ой, саженец дуба. Эй, я не достаю! Подсади! А, блок подставь. Нормально будет. Сейчас я разберусь. Нет, не так. Сейчас. Ну, поставила. Ну, может было и какой-нибудь простецкий блок. Сломали листву тут, чтобы запрыгнуть. Ну, я Вот, прыгать, может запрыгнуть. Во. Эх. Еще. Эх. Тебе еще не хватает. Подпрыгни. Во. Ага, все, я поняла, как это делать. Давай как ломай. Как подставить. Все, теперь ломай под низом. О, да я просто гений. Саженец, и сажай, короче. Сейчас. Блин, так, саженец. Нет. А, вот. Что за... Вот. А вот еще. Саженцы собирай, если увидишь. И сажай. Да, есть такая штука. Так, вот. Так, сейчас где-нибудь ткнем. Ой. Вот. И вот здесь. А, вот, еще хочу одну вещь показать, иди сюда. Да подожди, я тут занята саженцами. Нифига себе. А, вот, стой, одну вещь хочу сказать, тут что деревья, они как бы широкого, так скажем, формата, и близко ставить не надо, на некоторую дистанцию.
побольше. Вот. Сейчас. Ну не прям так сильно много, но все-таки дистанцию придерживай. Чуть подальше можно сюда. Вот. Ну, короче, пошли в дом. Одну вещь покажу. Ну, пошли в дом. Вот смотри, этот сундук. Вот это сундук еды. Что тут древесный делает? Ладно, это не важно. Косяк. Ну, короче, здесь сундук еды. А еду можно, кстати, пожарить в этом сундуке. Вот, видишь, сырая крольчатина, да? Справа. Ой, что это? Что это? Верхний сундук открой. Я ничего не вижу. Правой кнопкой мыши. Справа там, сверху, видишь, сырая крольчатина? Да, нашла. Возьми ее. Есть. Так, теперь вот печка, вот смотри. Вот печка. Кидай в печь сверху. Сейчас, секунду, где я ее брала? Сейчас. Вот так вот. Вот. Так, как кидать в печь? Где ты, где ты? Возьми ЛКМ, то есть левой кнопкой мыши и, короче, ставь. Ой-ой-ой. Так, все, я поняла. Вот, все. Так, все. Видишь, ура! Печка заработала. Сейчас будет, так скажем, твой обед. Вот, видишь? Угу. Ну, типа на этом все. Дальше потом будем дальше, точнее, тебе дальше буду рассказывать про Майнкрафт и типа гайды по выживанию. С вами был Кронка. Будешь меня учить? Да. А с вами был Кронка. Всем спасибо за просмотр. И с вами еще была Танека. Пока-пока.